На авторынке города Магнитогорска компания «Уралавто» работает с 2002 года. Но это не только организация, продающая автомобили, которые вы не раз видели в наших сюжетах. Развивая концепцию ухода за машиной, было принято решение предоставить потребителю максимальный выбор. И с 2003 года компания «Уралавто» стала официальным представителем компании «Ликвимоли» Германия, специализирующейся на выпуске средств автомобильной химии и высококачественных масел с присадками. Вся продукция «Ликвимоли» имеет полную сертификацию качества и доставляется напрямую из Германии. В настоящий момент партнерами компании являются более 30 организаций города и области, и в ближайшей перспективе развитие новых торговых отношений. А события, на которые нас пригласили наши друзья, мы бы охарактеризовали так. Это необходимый для организации торговли и обслуживания по мировым стандартам шаг. Семинар организован и проведен руководством «Уралавто» совместно со специалистом «Ликвимоли Рус». Это единственная фирма, представляющая немецкий концерн в России. Кстати, этот производитель качественных масел руководствуется именно таким принципом. Одна страна, один дилер. И производит смазочные материалы и автокосметику только в Германии. И базовые масла закупает только высококачественные. Причем вторично переработанное сырье для производства, в отличие от других фирм, не используют. Где взять подобную информацию? А только на таких семинарах. Конечно, все секреты фирмы вам не откроют, да и незачем. Но информацию и комментарии к ней, то есть то, что реально необходимо организациям, продающим и использующим масла и другую продукцию «Ликвимоли», сложно найти в рекламных проспектах, да и в каталогах. А здесь, пожалуйста, применяемость масел для различных типов автомобилей, возможность смешивания продуктов на синтетической и минеральной основе и масел различных производителей. И это только капля в море информации, полученной на этом семинаре. А для одного из авторов программы, не имеющего, к сожалению, технического образования, кое-что вообще стало открытием. Зачем проводятся такого рода семинары? Прежде всего, то есть представить фирму «Ликвимоли», рассказать про ее основные достижения, преимущества, отличия от других производителей. Вот, и для того, чтобы дать какие-то основные знания людям, которые помогут им в работе, которые помогут продавать масла, смазочные материалы, и которые помогут им правильно применять для определенных типов автомобилей. То есть рассказывать, какие технические знания передаются, да, которые вот как раз позволят правильно сделать выбор в пользу того или иного масла, потому что ассортимент тех же масел, того же «Ликвимоли», очень большой. Есть специальные масла для автомобилей, скажем так, специальных, да, и не факт, что это масло подойдет для обычного рядового автомобиля. То есть, ну, скажем так, не любое масло можно залить в любой автомобиль. Ну, тут бытует мнение, что продавцу какие-то технические особенности в принципе и не нужны. То есть ему главное продать, и там трава не расти. Как у «Ликвимоли» с этим? У «Ликвимоли» позиция такая, что продавцы должны грамотно разбираться в масле и грамотно давать свои рекомендации, потому что большинство клиентов, покупателей, которые приходят в магазин, они могут не знать каких-то аспектов теоретических, да, и могут неправильно выбрать для своего автомобиля масло. То есть не факт, что самое дорогое масло синтетическое, оно подойдет для автомобиля. Практически в любом городе можно найти представителя «Ликвимоли». Вот, но один представитель «Уралавто» является, скажем так, представителем, на которого нужно ориентироваться. То есть достаточно высокого уровня представитель. Я знаю, что вы профессиональный тренер по бодибилдингу, профессиональный гонщик, уже ставший. Много ли интересного вот за эти буквально час вы узнали про «Ликвимоли»? Много интересного узнал. Во-первых, узнал про технологию изготовления масла. Для меня, человека не техническим образованием, без технического образования, для меня это очень далеко, но здесь мне более подробно все это объяснили. Вот. И узнал, оказывается, что «Ликвимоли» допускается смешивание масел. Для меня это была вообще как бы новинка, честно говоря. Мы, работая в своем автосервисе, вообще как бы
строго-настрого всех предупреждаем, всегда этим с минералкой не мешать. Оказывается, ликемоли допускает, и для них это вполне нормально. Меняется синтетическая минеральная масса. Для меня сегодня это было открытие. Ну, а открытие для рейсера, я помню, ваше первое впечатление. Попытайтесь вспомнить, когда залили октан-бустер от ликемоли. Ну, знаете, многие посчитают, что это как бы реклама, купленная там или нет, но я на самом деле, вспоминая свои первые старты в прошлом сезоне, весенний, в Сильтамаке, я считаю, что мы там выступили очень хорошо на Nissan Skyline. И у меня, ну, мы просчитывали все возможные варианты, почему машина так поехала быстро. У нас только осталось одно, октан-бустер и масло ликвимоли 10/60. Больше мы пока, ну, может быть, то, что я похудел на 10 килограмм, но это не актуально. Но на самом деле машина, как бы все знакомые говорят, что машина у тебя весной шла лучше, чем весь предстоящий сезон. И о приятном. Специально для дилеров ликвимоли компания «Уралавто» разработала гибкую систему скидок. Возможность сотрудничества на выгодных условиях. По двум направлениям. Работа с товаром под реализацию и под закуп. Кстати, продукция ликвимоли широко используется и на специализированном центре обслуживания компании «Уралавто»,